Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу показать вам, дорогие, как развиваются наши томаты. И обращаемся к нашей аптечке неоднократно по обработкам, по удобрениям обязательно. В предыдущем видео я показывала и рассказывала, какую первую обработку я проводила, полив, по удобрениям. А сейчас я обработала Ипин Экстра препаратом, сильный стимулятор роста, потому что были обильные дожди, холодно, мотало наши томаты в разные стороны. И все-таки мы не дали им пропасть. Поэтому томатики уже достигли тех размеров, которые требуют подвязки. Вот обязательно проведите сейчас подвязку, а дальше будем уже проводить посынкование. Томаты я посынкую, как правило, в один ствол. Высокорослые, низкорослые, максимум два ствола. Ну что ж, мои дорогие, очень скоро увидимся и будем дальше смотреть и наблюдать, как томаты развиваются. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока!